Иди на звук. Да, она, этот звук как будто везде, знаешь. Нет, вот громче стало же. Не закончилось. А, нет. Мне кажется, это на первом этаже. Надо спускаться вниз. Блин, я опять здесь оказался. Где кухня? Блин, мне надо отойти. А как я без тебя-то? Ну, постой здесь. Чуть-чуть. Минутку. Давай, иди. Нафиг дверь закрыли, блин. Вот ты перестала играть. А почему ты перестала играть, а? Зачем ты вернулся в бильярд? Все пытаюсь Алло. Понять, куда мне. Я не знаю, куда тебе. Попробуем назад вернуться. Давай. Круто. Мне кажется, полиция приедет, увидит меня с топором в луже крови, и все, и аривидерчи. Ну, я говорю, пока ты тут самый страшный. А! Серьезно, мой единственный топор? Какую-то ачивку получил. А, вот она дверь. И нахер разница, блин. Это бильярд. Да, это бильярд.
Я потерял кухню. А где у нас карта была? Не помнишь? Карта? Да. Бильярдной же нет? Нет. Блин, нет, не помню. Надо найти кухню. Мне кажется, там зарыта собака. В духовке. Что-то не просто так с этой куклой. Холодильник! Подожди, а в обратную сторону это как? Это там, получается, туда? Ура, кухня. А, так она все сгорела. Мне кажется, ты отрубил газ, когда туда вошел. Думаешь? Да, ты же там какую-то ручку отломал. И осталось еще одно. Мне кажется, дали скример. Да нет, все нормально. Быстрее, я уже это слышу. Внизу что-то есть. Внизу? Там, где пентаграмма? Или... Походу... Или она про первый этаж? Про первый этаж, может? Ты и так на первом этаже. Не знаю. Я вижу только страшные картины. Не знаю, пошли в пентаграмме, значит, если ты и так на первом этаже. Your mind, твой разум. Пентаграмма вроде бы там. А. О. Ничего себе, протискиваюсь. Ты ходишь просто с ноги. Да. Ну, я здесь. И чё надо? Вот я встал. Мне кажется, мы что-то упускаем. Нет, она тебя позвала в подвал, ищи тут что-нибудь. Не просто так же тебе скрипт сработал, значит, всё ок. Это первый этаж тоже, это не подвал. Пройди дальше. Сука, они пугают меня? Статуи? Да. Та же повернулась тогда, я охерел, блин. Чё ты дальше-то не проходишь? Очкуешь ты? Мне кажется, вот эту надо херню положить. Розмарина вам мало, что ли? Ни хера понять не могу. Чё надо? А чё с землёй вот связано? Мне чё, по всему первому этажу, что ли, пройтись? Быстрее, я что-то слышу. Там дверь вторая не открылась?
ты опять бильярдный. Да знаю. Эмеральд. Что за зелененькая может? Может, уточка вообще? Вряд ли, ты же ее уже брал. А они все будут перемещаться? А, вон план. Все-таки в бильярдной? Да. Вот сюда вот. Да, вот здесь вот заградил вот холодильником. Это у нас, по-моему, игровая, я так понимаю, это вот здесь вот мы. А вон там лестница какая-то, она вниз, возле бейсмент. Или это наверх лестница? Подвал. Пойдем туда. Бейсмент подвал? Я просто вижу лестницу рядом с бейсмент, но я не знаю, подвал это или нет. Ой. А что, я еще туда не ходил, что ли? Я да, туда не ходил еще! Нет, получается, что я тут не была. Книга вот шевелится. Странно, мне казалось, что я везде здесь был. Так, ноги на ширине плеч, потому что сейчас будет скримак. Я прям жопой чувствую, а жопа у меня чувствительная. Козел. На протяжении многих поколений эту сказку рассказывали детям, которые убегали от своей матери далеко в лес. Ребенок наткнулся на дом, входную дверь которого охранял рогатый козел. Козел заводит ребенка в дом, из которого выйти уже нельзя. Многие видели пожилую женщину, блуждающую по лесу в поисках пропавших детей, чтобы отвезти их к этому дому. Сюжет всегда меняется, но козел в этой сказке есть всегда. Сказка без козла не сказка. Не смотри в зеркало. Не смотри в зеркало. Что-то меня как будто уже подташнивает немного. Там яма. Яма? Вон там яма. Смотри, какое отражение. Ага. Почему у меня мама Ама Криминал играет в голове? Ох, жесть. А можно не прыгать туда, пожалуйста? Топорик. Нахер мне твой топорик? Это анальная пробка? Думаю, что да. Бери. Надо сильнее, видимо. Кого я завел? Свет я завел? Я понял, зачем топорик. О, рычаг слева. Что-то слева было. Слева. Блин, а ты права. О, нифига себе. Ты сломается. Ноги. Конечно. Кто тут Ванга? Ну а как еще-то? Ля, вы чё? Не сломайся, пожалуйста, только. Чё там? Там замок? Справа от тебя. Да. Я хочу сперва прочитать.
Скорее всего, там опять какая-то подсказка. Хлоя играет с моей диадемой. Разгреби камни, чтобы раскопать ее сгнившую плоть. Ой. Вот она, земля. Земля. Правда, непонятно, зачем открывать вот эти вот шкафы ради уточки какой-то. О, матрёха. Да, это, кажется, было для ачивок. Кровь? А это камни. Вообще хз, блин. Ну давай посмотрим. Что за куча кирпичей? А? О, они выделяются. И дальше что? А вот. Еще? Это что такое? Корона какая-то? Диадема? Что-то сдайте, да? Не знаю. Эй, СМС-ка. Ты готова, приходи уже. Думаю, оно идет за тобой. Я уже слышу, туда кто-то идти? Плачет. Туда к пентаграмме идти надо, что ли? Лё! Ты что здесь делаешь? Чё? А куда мы? Туда к пентаграмме, что ли, получается? Ну, мне кажется, так. Ну, наверное, ты же последний. Это последний. Это вот! Ты чё, в лобби, что ли? Космофобия. Кидаться, блин, тут. По-моему, самый быстрый способ через улицу. Что? Охереть. Вот это ливень. Какой-то туман поднялся. Стеной прям. Ну, мне кажется, все. Аривидерчи. Почему так громко? Стало. Хотя звук я не прибавляла. Во! Папка-ёшка. Давай, потанцуем. Ля. Дверь. Мне кажется, я вызвал Бабу-Ягу. Зачем нам расскажут вообще? Ой-ой-ой, как светло. Ты не ослеп? Нет, мне нормально. Наконец-то я могу отпустить свой средний палец. Огнемет? Ганс, неси огнемет. Шварцкоп. Выбор профессионалов. Ультра Хэр Фрай. Надежда. Калинка, Калинка, Калинка моя.
какая-то пещера там, в стенах леса. Нет, это Девоур с паучихой. А, Девоур, да. Я ее слышу. Смотри, еще нужно. Репит, как качель какая-то. А вон она, Хлоя. Клетка. Прям лобби напоминает. Какой лобби? В смысле, лобби. Там, где новая игра, настройки, все дела. А. Какой звук ужасный. Боже, там ее скелет. Мать, ты как? Ты нормально? А, так ты встаешь. Сзади меня, да? Здорово, корова! И чё? Хлоя! Ты ублюдина, иди сюда. Она меня кинула! Вау! Хорош. Она меня сдавит? Не, мне кажется, мне хана. Вот она. Хорош. Мне кажется, мне хана. Прям в последний момент. Если то у меня путь есть. Убей ее. Ну так давай, что ты? Давай, что ты? Ля, да ладно. Ты будешь моей. Чё? Так я убийца? Не знаю, я не понимаю. Я, похоже, на таблетках сошел с ума. Все. Мы закончили. Да ладно. Аж 3 гейм-директора. Уф. Чего? Что с Дискордом случилось? Ой, так это сделано на Unity в 2017 году. А почему я не вижу слева каналы? Как мне вернуться к каналам? А, вернуться в приложение. Ой, как тебе игрушка? Ничего не понятно, но очень интересно, да? Да, ничего не понятно, не раскрыли вот так вообще. Вот. Пишите комментарии. Расскажите, как вам.